Почетные грамоты и благодарственные письма главы курорта, его первого заместителя, а также муниципального совета. Среди награжденных все, от кого так или иначе зависит успех Анапы, как одного из лучших курортов страны. Это руководители санаториев и владельцы отелей, горничные, администраторы, представители туристических фирм. Анапа притягивает сюда очень многих отдыхающих. Эта цифра выражается более 3,5 миллионов человек, которые приезжают к нам. Мы ставим задачи улучшить обслуживание, улучшить отношение к людям. Ведь вот это та составляющая, которая необходима для курорта, когда человек приезжает отдыхать. Мы когда говорим, что вот там где-то хорошо, нам надо вначале делать хорошо у себя. В этом сезоне визитной карточкой Анапы стали оборудованные в едином стиле пляжи. Основным цветом выбрали белый. На муниципальных пляжах пересмотрели подход к обслуживанию тех, кто передвигается на колясках. Появилась необходимая инфраструктура – раздевалки, санузлы, места для отдыха, а главное – комфорт для купания в море. Проделанную работу отметили на краевом уровне. Я сегодня в этот день хочу всем сказать огромное спасибо, слова благодарности за то, что все мы делаем для того, чтобы обслуживание отдыхающих становилось лучше и лучше. И, конечно, все работаем на авторитет города-курорта Анапы. Авторитет Анапы, не для того не секрет, он уже далеко за пределами России славится именно санаторно-курортные факторы и, конечно же, наши пляжи. Для Любови Авдальян награждение стало приятной неожиданностью. Два отеля на Пионерском проспекте по нынешним меркам небольшие, вместе порядка 90 номеров. Завтрак включен. Арендуют собственный пляж около 30 метров, чтобы гостям не приходилось арендовать лежаки. Шикарный сезон. Желаю всем того же, как мы отработали. Мне кажется, в этом году все хорошо работали. Потому что когда сентябрь месяц начался, мы уже думали, что мы заканчиваем свой сезон, но свободных мест не было. До 15 сентября. Общее число туристов, посетивших Анапу в этом году, еще предстоит подсчитать. И здесь депутат муниципального совета и международный эксперт по курортной отрасли Вера Севрюкова предлагает мыслить шире. Анапа не последний игрок сборной курортов Краснодарского края. Я надеюсь, что через год, через два мы не будем читать строчки в интернете. В Турцию посетило 3 миллиона 800. Ура, да, аплодируем. Потому что 3 миллиона 800 – это было только здесь. А в нашем крае было не 16, а 18 и 20. И мы опередили и Турцию, и Испанию, которая сейчас на втором месте, и Италию, и Грецию. Вот это будет наше достижение. В этом году серьезный шаг вперед сделал агротуризм. Анапа продолжает принимать конференции, форумы, спортивные соревнования, в том числе всероссийские и международные. Зимой в городе продолжают работать крупные здравницы. Потенциал есть, и максимально его реализовать – первостепенная задача. Ирина Меркурьева, Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.